тот же хоккей, футбол, где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас. Это сегодня не соревнование. Это сегодня даже не битва, это война. Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, ну, может быть, еще не китаец, так начинают его прессовать, как с этим нашим прыгуном в высоту Набоковым. Там за какую-то мелочь начали его видеть, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовым. Это война без правил. Там в плен не берут, грубо говоря, расстреливают сразу. Даже не успеешь до финишной этой ленточки доплыть. Это война.